Так, у нас 613 номер. Шестой этаж. Вот мы едем в номер. И Егор уже обратил внимание, что там есть наклейка «Проверено ревизора». Сейчас снимем. Сейчас мы будем проверять вслед за ревизора. Сейчас проверим ревизора, насколько оно ревизировало. Да. Насколько оно отревизировало этот автобус. Да. Отревизируем его еще раз. Перерелизируем. Пока минус стоянка маленькая. А ревизор... Да, пока минус маленькая стоянка. И менеджер на ресепшн не в курсе, влезет ли вторая раскладушка на самом деле. Она просто пищит. Так, шестой этаж. А, тут все картины продающиеся. Включайте свет. Ну вот, действительно, сюда бы влезла еще одна раскладушка. Ай, сейчас я свет вот так включу. Ну, если учесть, что их три, можно спокойно объединить, да, то вполне все поместится. Ура, так. Мы приехали! Ура, мы приехали! Так, а прихожей я тут как таковой не вижу. Есть тапочки, интересно, одноразовые или нет? Ну, вообще три звезды вряд ли. Есть? О, отлично. Нет, Орешка, не будем забирать хрусталь. Нет, нормально. Нормально, отлично. А, Ариша там проверяет, посуда чистая. Ариша, ты перчатки не забудь одеть белые. Слушайте, а зонтик уже высох, что вы его положили? Да, 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 он да? Сухой. Не положили. Чего не положили? Стаканчики есть? Стаканчики есть, но не положили перчатки белые. Воды нет. А, перчаток я нет. Знаю, он Ваня уже туалет проверил. Да, воды нет, минус. Так, Ариша полезла. Немножко пыли. Ревизора была здесь в нашем номере. Так, Вань, оставь дверь открытой, я пойду сниму. Ну, в принципе, чувствуется, что это все недавно отремонтированное. И полотенец уж точно достаточно. Раковина чистенькая. Все есть. Тут явно или. Ну, шампуни точно есть. Да, шампуни есть, мыло есть, фен есть. Ну, вот как-то вот так. Ну, нормально, отлично даже, я бы сказала. Для, получается, что у нас получилось? 7800 на 2 ночи с завтраками. Отлично. Ну, подождите, прям пойдемте. Мы готовы идти гулять. И мы решили, что зонтики мы с собой не берем. Потому что вроде как распогодилось. Да. Да, все. Вот, Ваня готов, он идет гулять. Все, Ваня остается в модуле. Ваня, тем более, подключили Wi-Fi. Он сейчас однозначно сделает вид, что спит. Это твой сын. Положите меня на место. Запах Нижнего Новгорода. Да? Запах Нижнего Новгорода? Да. Yep. Пойдемте. Пойдемте. Непонятно, она просто его проверила. А, это да, это надо передачу смотреть, но обычно... Да, вообще, да, если она наклеила наклейку, значит, она рекомендует, потому что если не рекомендует, да, точно, если не рекомендует, она не клеит. Папа. Вот, в общем, отель Октябрьская. Папа. Да, чистый он, чистый. У нас
Арина, главное, чтобы твою комнату не проверяли. Ура, гулять! Так надо с набережными хоть разобраться, где какая река, где Волга, где Ока. Пойдемте, я вам покажу. Пойдем. Да, интересно, интересно. Так, а это кому памятник, ты говоришь? А, мертвая петля Нестерова? Слушайте, ну там птица, она прям просто поселилась. Она, по-моему, там уже гнездо свить успела. И какает. Дай телефон, сейчас дам телефон. Сейчас, Вань, держите телефон. Ну вот он, наш отель. Наверху есть что-то похожее на смотровую площадку. Сказали, что пройти можно. Так что завтра мы, наверное, поднимемся. Если не угуляемся в конец. Потому что, судя по всему, здесь есть на что посмотреть.